Мы начинаем наше очередное путешествие по вечному городу, тому, кто противостоит Риму, по Иерусалиму. И вся эта наша прогулка по Иерусалиму будет посвящена тому, что именно не просто неразрывно связано с этим городом, а без понимания судьбы и жизни которого нам никогда не уловить внутренней сути этого города. Этого города, чья визитная карточка – двойственность. Небесное и земное. Более всего воплотилось именно в судьбе этого человека. Его имя известно всем. Это наш царь Давид. Давид – сын Ишая, тот самый, с которого начинается еврейский период этого города. Но то, о чем бы я хотел сегодня с вами поговорить на удивительных, как всегда, картинах нашего города, это двойственность судьбы Давида, которая проявляется уже даже в нашем знакомстве. Хорошо известна следующая биографическая подробность. Царь Давид, никому не известный, я подчеркиваю этот факт, именно так повествует вторая книга Шмуэля, никому не известный, хотя и блестящий молодой человек из Иудеи, из Бейт-Лехема, хлеба, города, приходит, призван к дворцу царя, первого царя над евреями, царя Шаула из ветви Бениамина, ибо тот одержим, мы, наверное, сегодня бы сказали, как диагноз, депрессия, глубокая депрессия, гнев. И арфа Давида, та самая арфа Давида, которая вошла в общечеловеческую культуру, это то, чем смог Давид гасить вот эти неконтролируемые выходы гнева царя Шаула. Но это только первая версия. Дело в том, что в том же самом месте рассказывается о том, что знакомство Шаула и Давида и наше знакомство с Давидом было по куда более известной причине. Он не просто тот арфист, который утешает скорбь Шаула, первого царя над евреями. Он тот, кто побеждает Голиафа, знаменитого великана палестинского народа филистимлян. Место, которое вы сейчас видите на экранах, неразрывно связано с именем Давида, сына Ишая. Именно здесь находится его могила, по крайней мере, по одной из исторических версий. И именно здесь, в конечном итоге, на горе Сионе, не случайно, конечно же, и встречаем мы его могилу. Потому что город, который он строил, город, который силой его духа стал еврейским навсегда, вот именно этот город позволяет нам понять двойственность судьбы Давида и позволяет его двойственности судьбы быть понятым нами как неразрывная, хотя на первый взгляд и противоречивая связь высшего и земного. Две версии появления царя Давида на арене мировой культуры. Царь Давид, арфист, никому неизвестный, утешитель царя Шаула, или будущий царь Давид, победитель Голиафа. И в том, и в другом случае никоим образом вторая версия невозможна. Поскольку если он известнейший победитель Голиафа, то, простите, как могут быть неизвестным юношем из Иудеи, утешающим своей игрой на арфе царя Шаула? А если он утешающий царя Шаула, то как может быть он снова никому неизвестным юношей, пришедшим из Иудеи? Видимое противоречие при нашем знакомстве с царем Давидом, и вот это противоречие позволит нам разобраться с городом, в котором небо и земля, вопреки очевидному противоречию, тем не менее соединяются. И ответ на вопрос, каким образом можно соединить обе версии –
Он также ответ на еще один удивительный, связанный только с Давидом вопрос. Давид, который захватывает этот город, Давид, который выкупает особым, специальным, оговоренным соглашением храмовую гору, уже им захваченную. Вот этот царь Давид все приготовил для храма, но построит его знаменитейший Иерусалимский храм только его сын Шломо. И на вопрос, почему, мудрецы отвечают очень-очень странно. Говорят они, что сказал Всевышний, что Давид проливал слишком много крови. Но с другой стороны, говорят мудрецы, что потому не мог Давид построить храм, и эта честь досталась его сыну Шломо, что все, что делал Давид, было вечным, а храму предстояло стать разрушенным. Сказанное мудрецами, конечно, нельзя понять буквально, ведь кровь, которую проливает царь Давид, никоим образом не может быть вменена ему, а лишь заслугу. Ведь войны, которые ведет Давид, никоим образом не захватнические, а оборонительные. А в случае, когда нужно было бороться с Амалеком, естественно, прямо приказано Всевышним, а следовательно, Давид не более чем чрезвычайно исполнительный слуга Всевышнего. И противопоставление вечности и временности вот в этом мидраше наших мудрецов очевидно параллельно двойственности нашего города. Города, который с одной стороны, вполне материален, осязаем и видим и сейчас на вашем экране, а с другой стороны это город, который существует и в его небесной ипостаси. Именно отсюда паломники, приходившие в Иерусалимский храм, начинали свое восхождение к высшей точке нашего мира. Здесь вы действительно обнаруживаете то, что является необходимым условием восхождения человека в пределы Всевышнего. Очищение, миквы, которые находятся прямо за моей спиной, во множестве предварявшие путь паломников. И вот это духовное очищение, необходимое для достижения духовных высот, цель и средство. Цель и его средство. Царь Давид и город его, город Давида, как раз и являются удивительным, нигде более не имеющимся ни во времени, ни в пространстве, соединением цели и средства. Царь Давид – орфист, царь Давид – утешающий царя Шаула или царь Давид – победитель Голиафа. Совершенно несравнимые вещи. Давид, чье пролитие крови была совершенно необходимая Всевышним приказанным война, то есть необходимейшее средство, или царь Давид, делавший вечные вещи, не подлежащие разрушению. Тема, которую мы задали, цели и его средства, не просто извечная тема. Масличная гора, знаменитое кладбище, которое вы видите прямо за мною, счета человеческих усилий, все в конечном итоге заканчивается кладбищем. Все ли, господа? И царь Давид своей жизнью, и город наш утверждают совершенно обратную истину. Смерть вовсе не конец жизни. И цель никоим образом и никогда не оправдывает средства, ибо средство – органическая часть цели. С еврейской точки зрения, человеческая жизнь – это лишь средство для достижения той удивительной божественной цели, которую мы называем вечность, не очень понимая, а что, собственно, скрывается за этим словом. И органическое включение средства в цель делает, во-первых, сразу невозможным страшный лозунг «цель оправдывает средства». Никогда и ни
при каких условиях цель не оправдывает средства. Но более того, негожесть средства сразу нивелирует цель, уничтожает ее, лишает всякого смысла. Могила сына царя Давида, могила Авшалома, могила того самого сына, который есть прямая иллюстрация сказанных мною слов, а некошерность средства делает некошерной и цель. Авшалом, сын Давида, реализовал своей жизнью, казалось бы, на первый взгляд, удивительно позитивную идею. Что может быть лучше Мессии? Идея Мессии согревала сердца и души множества поколений. И царь Авшалом, таким мнил он себя. Авшалом, сын Давида, Мессия для всех людей нашей планеты. Вот так виделась Авшалому, сыну Давида, его удивительно высокая цель. Вот только средства надо было переступить через жизнь собственного отца. Надо было лишить царства и, по сути, жизни собственного отца. Да, во имя самого лучшего, самого. И вот эта могила и вообще человеческая тщета достичь божественных целей, она, конечно же, должна повергать в уныние многих и многих. И что царь Давид привнес нового? Почему пройдут годы и годы после его смерти? Пройдут тысячелетия, и тем не менее сбудутся удивительные слова его суженой, одной из его жен, мамы следующего царя, царя Шломо, сына Давида. Ее звали Бат-Шева. И она перед уходом Давида из этого мира сказала ему удивительные слова. «Да живет господин наш, царь Давид, вечно». И вот эта идея вечности, без понимания которой наше существование на земле лишено объективного смысла, мы как раз и попробуем объяснить, а как евреи понимают вечность. Ну не в том же вечность, что вы видите на своих экранах. Яд Авшалом, память о сыне Давида Авшаломе. Но не в этом же вечность. Собственно, именно неразрывность в еврейском видении мира средства и его цели, жизни и вечности дает нам возможность заново оценить эксклюзивность и необычность еврейского взгляда на вечность. Это не только победа над временем, как мы говорили об этом с вами в одной из наших прошлых прогулок по Иерусалиму, это еще и жизнь человека, которая не просто завершена, а которая есть действительно органическая часть того, что никогда не исчезнет, того, что всегда будет иметь продолжение. Концепция же, в которой цель и средства не соединены и позволяет существовать в нашем мире злу, всему тому недоброму и не вечному в конечном итоге, что канет в лету, всему тому, против чего своей жизнью восставал Давид, всему тому, против чего своим существованием восстает наш город. Слова о вечной жизни царя Давида, уходящего в мир истины, сказанные Бат-Шевой, говорят о ее удивительной вере в этого человека. Вере в то, что когда бы ни пришел теперь Мессия, имя его известно нам заранее. Его зовут Сын Давида. Сын Давида – необходимое продолжение, без которого нет вечности ни у какого человека. Потому что вечность – это значит никогда не закончившаяся жизнь. Это жизнь, которая становится частью общего замысла Всевышнего.
Концепция неразрывной связи средства и цели позволяет нам понять сказанное в книге пророка Шмуэля. Так кем же был Давид? Арфистом, утешавшим царя Шаула, или навсегда вошедшим в историю победителем палестинского великана Голиафа? Ответ, конечно же, Давид, соединивший в своей жизни обе концепции. Он был и средством, и целью. Он был тем, кто проливал кровь, тем, кто уничтожал зло в этом мире. И это то самое средство, которое и позволило ему занять высшую из позиций, данных человеку. Все, что делал Давид, оставалось навсегда. Как вы, наверное, уже догадались, главным героем вот этой нашей четвертой прогулки по Иерусалиму является царь-мессия. И царь Давид, сын которого, хотя прошло уже 3 тысячелетия, мы ждем его сына, и мы сказали, что это вечность, в которую ушел царь Давид, передав свое, в особенности, духовное наследие тому, кого назовут мудрейшим из людей, царю Шломо, сыну Давида. Но именно с понятием «мессия» связано множество превратных людских представлений. Даже вот эти ворота за мною могут напомнить достаточно смешной исторический факт, связанный с вот этими удивительно неумными стереотипами, представлениями людей о Машиахе. Боясь прихода еврейского избавителя, в оттаманские времена, даже немножко раньше, в мамилюкские времена, мы сейчас говорим приблизительно о 13-14 веке христианской эры, арабы заделали вот подобные же ворота в наш святой город. Для чего? Поскольку по их версии, именно через них должен был войти в Машиах. Но мало того, будучи малосведущими в еврейской традиции, они еще разбили там свое мусульманское кладбище, почему-то решив, что потомок ветви Иуды, он, видимо, будет по совместительству коэном, то есть еврейским священником. Ведь именно еврейским священникам запрещается заходить на кладбище. И царь, которого мы ждем, вот таким образом пытались его приход предотвратить люди, питающиеся слухами, вместо понимания того, ради чего придет, даст Бог поскорее, к нам Машиах. Расхожие людские представления о Машиахе, о его приходе, о том, что с ним связано, столь нелепы, сколь попытка мусульман защититься от его прихода, заделав ворота в стене и еще разбив кладбище перед этими уже заделанными воротами. Почему-то в людском представлении Машиах в основном связывается с какими-то удивительными чудесами, которые в единочасье превратят наш бренный мир просто в райские кущи. Понятно, что ничего подобного Машиах делать в этом мире не будет. Поскольку чудеса – это то, что делает сам Всевышний. И тот вопрос, с которого нужно начинать, это: а вообще зачем приходит Машиах? Зачем нам нужны посредники в наших отношениях с Богом? Ведь, как вы помните и знаете, и испытали уже не раз, посредничество и услуги обходятся чрезвычайно дорого. Наверное, более всего вводит людей в заблуждение понятие «царь». Ведь в отличие от общепринятого в человеческой культуре, где царь – это самодержец, где царь – это, по сути, узурпатор власти. С еврейской точки зрения, и это определение наших мудрецов, царь – это тот, кто соединяет, определение Рава Моше бен Маймона, всех людей в единое целое. Единое целое как подданных, как верно подданных, как тех, кто ощущают единство через вот это божественное. Ведь снова повторим, чудеса
делает Всевышний. И вовсе не ради чудес приходит в наш мир Машиах. Собственно, главная задача Машиаха – показать, как выглядит на самом деле божественный человек. Как все мы с вами на самом деле должны выглядеть. И вот эта идея Машиаха, соединяющего всех, как божественных людей, как людей, для которых вот эта божественная искра, она главная в нас. И мы подобны и близки друг к другу, и для этого в наш мир приходит Машиах. Приход Машиаха, высвобождение добра из пут зла, все это практически сводится к пониманию того, что замысел Всевышнего, все на свете было не зря, не напрасно было. Очень интересно, но именно камень более всего в еврейской традиции символизирует вечность. Ведь, как следует помнить всякому уважающему еврейскую традицию, цветы, и это к тому же советская классика, как известно, дарят домам, но никак не носят на кладбище. По еврейской традиции на кладбище оставляют кусочек камня. И вот этот камень, который мы кладем на надгробие и само надгробие, конечно же, символизирует вечность, память, неразрывность связи. И вечность, как мы уже сказали, это действительно неразрывность средства и цели. И более всего, приход Машиаха будет оправданием всех тех жертв и трат, которые принес род человеческий здесь, на земле, ради достижения высоких идеалов. Сам же по себе этот камень, как вы, наверное, догадались, с помощью бревна и вращения использовался для получения оливкового масла. Приход Машиаха, которого евреи ждут вот уже почти 3000 лет, более всего означает связь, которую мы все должны увидеть между бывшим и будущим. И, наверное, самая страшная сказка на земле – это сказка о биологической смерти. И потому приход Машиаха в конечном итоге будет означать, что не только что рукописи не горят, но и на самом деле сама смерть тоже в биологическом смысле будет побеждена. Живая традиция, преемственность поколений более всего символизирует то, что есть вера в приход Машиаха. Именно на этом все основывается. И следующую прогулку, после прогулки в кавычках с царем Давидом, мы посвятим его знаменитейшему сыну, мудрейшему из людей, Соломону, сыну Давида.